Здравствуйте, друзья! Тема сегодняшнего урока – цепи питания, потоки энергии и взаимосвязь компонентов биоциноза и их приспособленность друг к другу. Мы говорили с вами про биоциноз, и мы знаем, что в рамках одного биоциноза складываются устойчивые отношения. Давайте разбираться в их особенностях. Живые организмы, мы говорили, можно подразделить условно на автотрофов, гетеротрофов и сапротрофов. Автотрофы Автотрофус. Сам создаю, сам питаюсь. Сами для себя органические вещества создают, гетеротрофы съедают готовых, а сапротрофы разрушают мертвые. Автотрофы, про них мы говорили. И, конечно, первым делом мы вспоминаем, говоря об автотрофах растения. Именно они создают органические вещества из неорганических. У нас указано здесь два понятия фотосинтетики и хемосинтетики. Фотосинтетики это те, кто способны создавать органику под влиянием света, да, корень фото. А хемосинтетики – это особые бактерии, которые могут фиксировать определенные неорганические вещества и используя их создавать свою собственную органику. Кто-то занимается фотосинтезом, кто-то занимается хемосинтезом. То есть это хемосинтетические бактерии и это фотосинтезирующие организмы то есть растения. Гетеротрофы, мы говорили, это преимущественно животные, поедающие растения, поедающие друг друга. Распределяя их по нишам, мы можем разделить их на консументов первого, второго и более высоких порядков. Сапротрофы. Под данным термином мы, конечно, понимаем в первую очередь грибы и расти... Прошу прощения, грибы и бактерии. Конечно, они будут заниматься тем, что разлагать органику до каких-то простых и легко усвояемых элементов. Если попытаться изобразить это схематично, то автотрофы отдельная ветвь, а гетеротрофы, включающие в себя и консументов, и редуцентов, отдельная ветвь. Но, чтобы сформировать цельный биоциноз, важно наличие всех этих компонентов. Посмотрите, пусковым щелчком, пусковым элементом запуска пищевой цепи является солнечный свет он аккумулируется в продуцентах, то есть в растениях, дальше энергия передается травоядным, затем хищникам и те, и другие, это консументы, и все заканчивается на уровне редуцентов, которые уничтожают мертвую органику. Такая последовательность, где все устоялось, сформировалось, и... Последовательность, в которой передается органическое вещество с уровня на уровень, называется пищевой цепочкой. Ну, или ее можно назвать иначе трофической цепочкой. Мы помним, что от греческого трофос питаюсь. Когда мы интересуемся пищевыми цепями, мы можем разделить их на две а, довольно обширные категории. Бывают цепи питания. Пастбищные, а бывают детритные. Пастбищные, они более привычны для нас. или Это так называемые цепи выедания, когда растения съедаются растительноядными, дальше хищники, дальше разрушители. А есть альтернативная цепь питания или цепь разложения, детритная цепь, когда все начинается с отмерших остатков. В качестве наглядного пособия приведу примеры. Посмотрите, здесь в верхней цепочке представлена цепь выедания или пастбищная цепь. Ее еще называют обыкновенная пищевая цепочка. А внизу представлена детритная цепь или цепь гниения. По поводу передачи энергии, друзья мои, обратите внимание на эту пирамиду, какое широкое у нее основание, чуть меньше вторая ступень, еще меньше третья и совсем уж узкая четвертая. Мы не можем с одного уровня на другой передать всю энергию, все 100% энергии. И в этом отношении есть правило, что на каждый последующий уровень переходит лишь 10% от... 10% энергии от данного организма. Скажем, если я хочу накормить хищную птицу, и вот на ее уровне присутствует там, 10 килограмм, да, есть птица, которая весит 10 килограмм. Сколько я должен э, поставить э, змей для того, чтобы ее прокормить? В 10 раз больше, то есть в 100 килограмм. Что мне нужно, чтобы накормить 100 килограмм змей? Мне нужно тысячи килограмм мышей-полевок. А что мне нужно, чтобы накормить тысячи килограмм мышей-полевок? Правильно, 10 тысяч килограмм травы. То есть переходя все ниже, мы увеличиваем объем э, э, того органического субстрата, который передастся дальше. Но когда мы идем вверх, неизменно все уменьшается. Только 10% передается. Данное правило получило название правило экологической пирамиды. Оно было сформулировано Линдеманом и гласит, что при переходе от одного пищевого уровня к другому передается лишь 10% энергии. То есть не могут пищевые цепочки идти до бесконечности. На всех попросту не хватит. И исходя из вышеизложенного, мы сформулируем выводы. Все Типы э, пищевых цепей существуют таким образом, что член одной цепи может являться также членом другой. Эти цепи между собой многократно перекрещиваются, сталкиваются, соединяются и формируются в единое и уравновешенное сообщество. Главное это равновесие не нарушать и существам внутри данной цепочки не вредить. Что ж, на этом, пожалуй, у меня все. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.